Итак, всем привет, с вами Вован 2013, и мы опять играем на сервере GameCrafting. Как вы знаете, то, что я уже как давно не выпуская серию, не выпускал, вы не видели то, что как я сделал первую гибридку, как я добыл первый квант, кто мне его подарил? Димон 939. И наконец... Ты глупый или что-то? Мне подарил эти ультиматки. И, наконец, у нас есть 5 замечательных гравикван. И еще полк вернулся с своего летнего путешествия. И сейчас я отстроил вот такой, как вы уже видели, большой дом. Еще мне Херабрин 331, если вы, конечно, знаете, подарила мне 5 стаков ультиматок. Я вчера, нет, позавчера это все ставил, вот эти вот все ультиматки. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Также Вован сделал. И еще у меня мы сделали вот такую вот прекрасную комнатку, в которой есть МФСУ, очень много МФСУ, и, конечно же, молекулярка, как же без нее. И еще сейчас покажу Иридий. Также вот моя выставка моя выставка квантов. Вот три гравикванта, как вы видите, добавили новый мод. Там, где можно все улучшать. Вот теперь у нас есть гравикванты. Еще один раз у меня был друг Андрей 331. Вот у нас тут раньше была электростанция совместная, но сейчас у нас тут магазик. Магазик я его сделал. Сейчас я вам все покажу. Вот тут еще есть Иридий. Тут много всего есть. Да. Квант. Теперь это новый магазин с названием 444. И Варп Шоп 444. Да. Также тут жил тоже Андрей. Тут жил раб, но вы его, наверное, знаете. Тут домино. Кстати, это... Он, кажется, дюпер, я не знаю. А, не-не-не, ему давали все вещи. Вот сколько у него ультиматок. 601, вроде 601, вроде как он посчитал. Не дал. Также с новым модом добавились какие-то экраны. Вот я уже тут все сделал. Они давно были. Ну да. Но не очень так давно. Также у нас есть замечательная вещь. Какая? Иди показывай. Да. Сейчас я вам ее покажу. Закройте уши свои. Ну да, прикройте свои уши или надавите на наушники. Лис. Чёрт! Я перепутал кнопки правой и левой. Что случилось? Я это... Все разнес? Нет, я разнес доску. Собачка бегает! Тяв-тяв! Она не бегает, она лежит, я тебя хочу увидеть. Лежит. Чего? Вот тревога. Да, но это как не очень звучит, потому что полк сейчас без наушников. Так, да. Еще мы поймали лису. Накормили, а у нас не бог, мы им отходим. Так же. Айда Сандама Даймонс. Что ты делаешь, тварь? Все соберем. На, сколько у нас всего? Посчитай. Все алмазы израсходованы. Сейчас посмотрим 50 алмазных блоков. Также. Перетели, сделали этот замечательный сундук. Какой? А, да. Мы его хотели сделать вчера, но вчера все вылетало, когда мы его так вставили. Вот Вован and Полк. Также мне на днюху подарили первые 6 ультиматок. Еще добавилось плюс 2 новых подписчиков. Ну, один это, конечно же, Дэн Кудинов. И второй какой-то новый подписчик. И как раз у нас кто-то подсоединился. Давайте посмотрим. Ой, ё-моё, Дэн Кудинов к нам присоединился, хотя его полк, наверное, я сам подключил, потому что я его отключил. Я его не подключал. А, тогда не знаю, значит,
Значит, теперь он кричит, ладно, вот этот вот момент мы вырежем. Если он еще раз крикнет, я его выгоню из беседы. И... Посмотри, что у зомбака, Саня. Где он? Да он крутой. Вы снимаете? Да, мы снимаем. Видимо. Только сейчас догадался. Ага. Что выпало? Да а? Ничего не выпало. Выпала одна гнилая плоть. Так же, что мы еще здесь сделали? Расширили приват? Мне пора. Да, мы расширили тут несколько приватов. Вот один еще из них я плюс добавил. Но он тут как-то... Я забыл себя добавить и полка. Также появился друг Сани, у которого я конфисковал гравиквант, который он получил на раздаче. Какой Саня? Друг Сани. А, понятно. Я послушал Саня. В Санях. Только у него как бы еще остался, как мы помним, вроде еще остался сам квант. Нет, у него нет кванта, я все обсмотрел, у него нет кванта. Он на нем. А что он такой тупой гравикванты на себе не надел? Он боится то, что его просрет. Как? Его спроси. А он меня боится. Он, помнишь, он как это, сразу же как... Ладно, не буду говорить, как кто. Он, короче, прижался, помнишь, когда мы снимали? Может быть, вы тоже это помните? А, этот. Когда он заткнулся в уголу и ничего не говорил всю серию. Мы его пытаемся что-то сказать, хоть одно слово. Он молчит, только там что-то стонет и все. Я его, как была пауза после того, я как его еле уговорил, чтобы он хоть что-то говорил. Да. Говорил. Так и не уговорил. Также потом мы этого Андрея все-таки пришлось грифануть. Вот мы все, что получили. Ты как он нас подставил? Не, он нас не подставил. Ладно. Ладно, хотел эпичности. Ладно, вот что мы грифанули. Также у нас появился новый сосед, он раньше... Вот, он как раз прилетел. Да, Му. Сейчас мы его вам покажем. Задержи пока его, напиши ему там что-то. Он тут, сейчас. Блин. А, вот он, кстати. Му. Во, точно. Вот он. Ты глупый или что-то? Что? Не надо, меня это пугает. Как будто сейчас мы его упекем в тюрягу. Где он? Он смылся с места преступления. Вот, вот он что. Ой, я Муец написал. О. Отскочил, говнюк. Ладно. Нет, не получается. Ладно, иди. Ладно, иди своей дорогой. Ага. А теперь... Давай учить сказку. Я карта. Я карта. Чего ты молчишь? А мне больше нечего говорить. Я себе выжил весь сок. Ага, апельсина, банана. Пришло время тебе выбрать профессию. Давай. Ну вот, я свой выбрал профессию. Стал полицейским. Сейчас я... ты у себя бредились, давай. А пока ты не профессия. Ты, короче, будешь кухней, на кухне работать. Ну, я, в общем, вот. Как всегда. Вирусная база данных успешно обновлена. What? Ты глупый или что-то?
Тупой Алас. У тебя антивирус все время вылезает. А у меня нет антивируса. Так он же у тебя был. Да, был. А знаешь, что сейчас случилось? Что? Дэн ушел от нас. Он нас покинул. Или как там, какие там грустненькие песни. На скайпе завис. Все, отвис. В общем, а у меня никогда не бывает, потому что скайп отвисает. А, и зависит от того, пока перезагружать, да? Он у меня просто отключается. Скайп. Ну, в общем, сегодня о чем планируем сделать? Я не знаю. А, да-да-да, давай холопчик телепортер-то делай. А, мы хотели сейчас доделать телепортер, который... Который кто-то тебя взломал и упер. Так же... Сухмылка на лице. Также хакали не только меня, но и Вована. Угу. Да, это я ходил как это, как аутист. Просто ходил. Я не понимаю. Если бы я бы так кого-то взломал, я бы добавил сам себя в приват этого человека и все перетащил Беринг. Выриди, да, выриди. Угу. Именно. Именно в Ириде, да. В общем, так же мы скрафтили нано-луки. Точно. А теперь я, потому что я тот момент вырежу. Итак, еще мы скрафтили нано-луки. Сейчас мы их покажем. Ладно, сейчас я пойду. Вован их потерял. Печальная история Вована. Вован их потерял. Луки. Луки, а. Нашел. А я нашел Редстоун. Точнее, не Редстоун. Я нашел коробку. Теперь я вам покажу. Это меня научил так дюпать БМДЖКГАЙ или полк. Сейчас я вам покажу, как дюпать стрелы. Для начала нам надо поставить режим на скорострельный или вообще там на любой. Также надо скрафтить из билкрафта, надо скрафтить специальную трубу всасывающую, которая делается из... Сейчас я тебе достану, где-то была у нас. Из одного обсидиана и из двух обсидианов и одного стекла. У нас, кажется, нету. Да. И вот, смотрите, что мы делаем. У нас, конечно, нет, есть одна стрела, даже если я ее сейчас уберу. Вот, смотрите. Не нужны стрелы вообще. Да. Он может стрелять без стрел. И сейчас вам покажу, как можно дюпать. Стреляешь в эту трубу. Вот, я нашел. И она всасывает эти стрелы. Я нашел. Получается то, что они просто так из воздуха берутся, эти стрелы. Иди смотри. Вот, я говорю, я. Зачем, если я их уже делаю? А ты сейчас где? Я в магазине. А, понятно. Вот, смотрите, вот мы уже надюпали, хотя у нас всё лишь есть одна стрела. А, да-да. Также можно на бесконечность все это также провертить. Убери вообще стрелы. Из рук. Да, вот. Видите, сейчас. Вам покажу. Так, вот, все, убрал. Нет стрел, нет стрел. И... все можно стрелять. Вот как вы видите, если не стреляй больше. Если ты все равно не стреляешь, ты все равно не снимаешь. Если ты твой канал, ты свой канал забросил. О, опять наш сосед пишу. Да, он к нам всегда заходит. Не знаю, что он делает. Просто заходит. Угу. Также мы скрафтили почтовый ящик. А, ну да. Еще также я научился работать. С плотником. С плотником или все, что с ним связано, ну или ещё с центрифугой-то. Мы открыли свой магазин с редстоуном в ящиках. Угу. Который уже весь выкупили. Нет, что ты делаешь? Не издавай звуки или вообще отключи все звуки? Вот так. Также мы добыли пластинку новую.
Называется зебра. Угу. Только ее не ставь. Авторские права. Да. Сейчас мы собираемся делать телепортер. Да, ну, давай, пока делай, а я займусь домом. Хотели еще мне надо сейчас кое-что сделать. Так сколько еще ты продлеваешь серию? Минут 10, может. Давай. Сойдет. Да, вот так вот все получается. Халло, А, это же мы. Он халовки для нас. Он меня заметил. Сейчас. Во. Вообще такой не понял приколы. А ты в курсе то, что это каменные кнопки нельзя нажимать другим игрокам? А на деревьях могут. Да, туда. Знаю. Он не понимает, что творится. Вот, ну так будет норм. Медузка. О, я её убил с первого удара. И это хорошо. Что там уже сделал? А? Что ты там уже сделал? Мне нужно найти наши электросхемы старые, которые были у нас. А я из них все наделал, я их всех истратил, сделал новые. 3 штуки там было. Нет, улучшено уже. 19 было. А? Не, взял там, где было 20 с чем-то. А, вот я нашел 4 продвинутых. Сейчас посмотрим. Ага. Я делал и это. Это, потом зайди в дом. Ну, как будешь заходить, зайди, ладно? Я уже в дом. А, я думал, ты через проход будешь. Это лучше для тебя будет. Почему? У нас есть углепластик? Углепластик, да, я видел, он где-то был. У меня в сейф вроде. Ага, так же, как помнишь, я такой смотрю, а ты мне тут на силу 5 в сейф положил. Я потом засунул в тебя... А, вот, 3 продвинутые. Да? Угу. А композитик у тебя есть? Композитик. А? Не знаю, поищи. А то он нам нужен. Без него никак. Прикольно. Кто там есть? Смотри, Вов. У нас еще есть один амал, у нас их очень много. Да, я знаю. Также мы узнали то, что можно молекулярки делать. Я не холоп? Ты что? А может быть он нас слышишь? Эй, парень, ты нас слышишь? Сейчас. Как там Муе, да, зовут? Да. А, не-не-не, просто Табом. Ты видел, что я написал? Угу, не признался. Алло. Ей. Ну, в общем, продолжай. Также, а, у нас еще... Блин, у нас композита нету. Угу. Так сделай. У нас нету. Так сделай. Из чего я тебе сделаю? Самый холоп. Сейчас, подожди, я отвечу. У кого? 6 стаков уль. Смотри, что я написал. Вижу. Да, вот я нашел железные пластины. О, у меня есть оловянные пластины и эти, бронзовые, так что не тащи мне их. А, так у меня железные. А у тебя есть оловянные бронзовые?
Не нужны железные. А знаешь то, что можно вещи еще в телепортере телепортировать? Да, знаю. Бананафлоп. Бананафлоп. А-а-а! А, вот открылось. Теребонь-бонь-бонь-бонь-бонь, бананафлоп. Йоу! Теребонь-бонь-бонь-бонь-бонь, бананафлоп. Хоп. Фоп. Хоп! Фобия. Бананофобия. Такой, идешь в гости, лежит банан. Бананофобия началась. А где ускорители? Не знаю. Не в металлофорочной машине, ты меня обманул. Чё? Ты меня обманул. Чё? Зато у нас есть композит. И угольный пластик. Ответь ему, потому что нам дали их. Он не врубается. Бесстыжник. Ах ты бесстыжий человечушка. Ты ему так ответишь? Я просто ничего не отвечу. Теперь мне нужно один... Вов. Что? Ван. Что? Скрафти мне, знаешь что? Что? Пульт, я тебе дам, а ты мне скрафти. Угу. Сейчас скрафчу. За тебя все валяется, уже в тебе. Бананофобия. Так, ладно, я догадаюсь. Так, все чисто. Чисто. Ага. Ну что? Оп! Что? Тащи пульт. Какой? Большой. Сейчас. Ой, ла-ла-ла. Как много всего придется вырезать. Очень много. Угу. Очень много говна валяется в доме. Очень много. Зебилоид? А? Да. Ты спросил. Ты мне скрафтил пульт? Так что ты мне... А, это... Его можно в инвентаре. У кого есть морковка? У меня. Вот. Дай, не дам. Ебать. Что? А мне только одна. Кролик хочет морковки. А я морковку потерял нашу. Да, разве кролики питаются морковкой? Дай мне яблоко. Умоляю. Хорошо. Мажорная тебе? На, нет. Самая мажористая я. Обычная. Обычного у меня нет. А пульт? Нет. Что нет? Ты мне пульт дашь? Нет. Почему? Потому что ответ. Ну что ты злодей. Угу. Киборг. Я киборг. Да? Нет, случайно? Ответ случайно. Ага, все понятно. Зачем ты мне дал все скрафтить? Ты где вообще? Не крафт. Там, где сундуки. Не надо ничего. Все, есть частотный связыватель. Вова, уже все сделано. Азаз. Азаз. А у меня нет места, Аза. Че, тебе прям так и написали? У меня лук, нано-лук зюпался. Смотри. Вов. Прям, мастер зюп.
Как он у тебя сдвинулся? Сейчас. Сейчас. Чего? Ты зачем телепорт расстреляешь? Попробуй. А что будет? Попробуй стрельни. Сейчас. Кажется, стрела улетает. Честная пионерская нейтрона кто-то написал. Все так ничего, ничего не происходит. Аллах Акбар. А? Чё не телепорт? Всё, оставил. Он этот, бесконечный. Просто подохочешь, он тебя сам ты поиши. А хочешь, я один прикол сделаю? Ты наверху, что ли, его заблокировал? А-а. Он тоже есть. Ну все. Телепортом, что ли? Он не работал, он телепешивает, потом обратно. Тут что творится? Ну что, выключить можно? А-а-а! Дай мою кнопку! Ты у меня кнопку украл! Ну что, да, заканчиваем? Давай. Сейчас. Нет, я... Я успел доделать, можно. А мне три... О, вот, кстати, херабрин. А, почему? Почему я захожу в угол, у меня обратный типэши. Типэшка. Хряк! Бесстыжий! Смотри в час. Да, я видел. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Вован 3013 и Полк. Всем пока.